Вот рулет фисташковый от одной известной компании. Пролежал. Как он пролежал? 8 месяцев. Разморозился. Посмотрим сейчас на него, как он. Вот мы его достали. Сроку ему 8 месяцев. Вот что внутри. После разморозки. Никуда он ничего не потек. Никакой воды в него особо нету. Ну, сок течет. Все-таки малина свежая. Ну а так все, да. Воды никакой вроде нет. Все нормально.